и которым нужно будет отойти, и это и будет трэш, если что, ненадолго. Мы же без банок будем, да? Вы не все сразу. Без ничего, да? Нет, банки никто никакие не пьет. Масло можете, в принципе, мазануть. Да ну. Да без масла, без банок. Давай, ну, блядь, сейчас кто-то просто масло намажет. Без масла. Ну, пусть отменит или нельзя отменить. Просто уже, возможно, у кого-то масло. Масло не сильно зарешает, так что... Я свои 5% вон, Будрейвена масло намазан. Да намажьте просто все масло, да и все, один заряд. Что-то жалко что-то. Давайте бафнем. Вылагает. Ставьте шкаф, заходите внутрь. А вы какой манекен собрались бить? Правый. Правый, верховного лорда. У этого поменьше этих. Никто не пьет никакие настои. Если есть, настои отменяете. Настоев, смотрю, вроде бы ни у кого нет. Никаких. Настой севера, севера это обычный баф, так что не надо его отменять. А, ну да, настой севера можно, потому что этот, да, это же твоя профа. Настой севера можно. Но только настой севера. Ребят, бафаем. Так. Не все здесь. Ставьте шкаф. Да по разным сторонам разбежались просто. Вы просто подбегите все. А, да, все в разные стороны. Поставь метку на манекен, который бить будем, и все. Все, поставил с правой стороны череп. Пошлите в ту сторону. Да блин. Уже все туда перебежали, сучки. Двойка. Сука. Не заебали. Поты. Да похуй, что лагать будет, надо при... Поты пьете тоже, да. Мне там ДБМ пул, все как надо. Пока ничего никто не делает. Сколько по времени будем дамажить? Будем бить до 3 миллионов. До 3 миллионов, давай. Нет, надо по времени. 2 минуты, 3, 4, 5. А, ну давай я таймер запущу 5 минут. Ебать, это много, это очень много. Это заебись. Две бурсты. Хорошо, блядь, 3 минуты. Ну, ты хуя, ты чё? 1 минуту, чтоб типа под бурсты, все, и хватит. 3 минуты, две. Нормально. Ну, три, да. Да, нет, 5 минут, 5 минут, это зашибись, 2 бурсты сдать, плюс, ну, ты понял. Все, заходите. Рыбу снимать, рыбу будет? Нет, рыбу я сейчас поставлю еще одну. Еще и рыба в манекен, пизда ему. Поставьте кто-нибудь, только ГБ один человек. Один. Расчехляем ГБ. Поставил. Майлика засумоньте, пожалуйста. Все, сумоньте вообще всех темнейших, пахлаван здесь. А тактика есть? 6-е. Ну, да. Ты помрешь от лужи 100%. Это вопрос времени просто. Ну, нормально мы идем. Примерно с 13.30 до 14.00 сервера могут быть недоступны. Ренессанса и Кадама засумоньте. Все, Ренессанс здесь, Кадама. Бафку бафните. У, рыба. Где рыба? Вы не все здесь. Ешьте. Вы не затыкайте ее тут. Где рыба? А. Саня, алло? Рибаф, когда мы рибафните, пол. Класки не пить. Готовность на пол. Чего не хватает? Какой манекен бьем? Череп. 5 минут бьем. Инту, окей. Артоп. Ой, сейчас будет он опиздюлен. Кому ПС-ку? Кому ПС-ку? ПС-ку никому не закидывать было. Гадхелпу закинь, нормально, чтобы по-честному. Леонид сурил тринки. Все, все готовы. Я готов, кроме скильди бухового, что бухового не хватает.
Гера будет. Я вылетел, Саня. Давай быстрее. А как ты? Завис комп, блядь, что я буду сделать? Сейчас пока он раздуплится в этой клоаке. Альтов 4 нажми. Я сейчас с вами посмотрю. Бейте босса, вы штринки свои активируете. Вот ты издеваешься, возьми в собаку, вот он гида. Вот развернулась и пошла. Пойдем. О, Юра. Чек проведешь перед тем? Ну, захожу, я захожу. Покажу, с комп слабый, что я не специально. Да, справишься, да ладно, в клаке долго не сидит. Да, мне тоже лагает, пиздец. Припот он жмется на первой секунде. На свой пуль начинаем бить. Перед полным ты как сделаешь, хорошо? Юра. Ну? Ну грузит, Тара. Чуть. Так раз говори со мной, потому что я не слышу, что ты говоришь. Может пойдем рейдом, а арену зоодрака пойдем? Блядь. Мамка, дай мне. А он еще. За 5 минут мы его убьем. Мы его срубим просто с корнем. Выдайте лопаты, ребята. А нахуй мы ждем одного, когда он может отдельно потом побить? Без бати, без вообще. Он прыгнет в салут и обязательно. Он кинешь этот обязательно, внутренний огонь начнешь. Из морского еще засмонься. Поставьте СК. Из морский и так пойдет, скорее всего. Кав стоит. Друид. Единственный. И рибах его сразу. Нет, чем меньше ты можешь не бить. Ну, как а хочешь, я буду, а я буду бить, мне же интересно узнать себя. Тыкните. Да, кстати, сейчас есть возможность посмотреть свой ДПС. Все, рибак он тебе из морского полностью. Ну, он не важен, он по-любому пойдет. Потому что он друид. Я еще прокси. Он друид. Я еще не продуплился полностью. 5% их курики дают. Да, блядь, ну что, у тебя закрыто? Ну, я не знаю, блядь. Ну а кто? Вообще? Разговаривай. Да я разговариваю. Дать мне алкашку попадает. А не, у меня сейчас тела не пульнулась. Воды подлей ему маленько, может. Да, блядь. Какая алкашка? Ты пьешь, блядь, только на той севера. Я алкоголь еще пью, чтобы не ты же алкоголик, точно, я забыл. Так, ой, мне еще 1% надо будет, блядь, прибавить. Сурфанг нежить, а не плазин. Угу. Бета-тестер отнимает, убирай кровянику свою. Хотя у меня 5% на нежить урон добавляется. Не, да, короче, 100%. Этот, ты прогрузился, да, нет? Все, короче, даю ДБМ-пул и пуляем. Кто пришел, тот пришел. На первой секунде пьете припоты. Поехали. Геру с пула. Ебать лагает. Ебать лагает, не то слово. Ёбаный в рот, у меня 3 кадра. Ребят. Будем бить, наверное, 3 минуты, потому что ебаный в рот. Не, нихера, 5 минут, это самый показательный бой, ты чё? Я уже не могу играть, у меня пизда. Манекен перерубили уже здесь. Натуре. А у него 1%, это ничего страшного, что у него 1%. Сейчас будет минус. Да, кстати, сейчас за 13% прироста людям дастся. Ну, я же за это говорю. По 3 ляма, 3 ляба добьешь, вот тогда останавливаешь. Тормоза. Я не могу убить себя, я вообще ничего не могу сделать даже. Я просто завис. Ты пиздец.
Я чувствую, у меня сейчас ком сгорит нахрен. Кстати, а экзекутка не наступила, я казню бить не могу. Так что все нормально. Бессмертный босс. Кстати, он останется булдрывом. Я уже помане полностью сел, проебался из-за глюков. Глюков ну, давай, давай, выходи из ситуации. Вторая бурта сейчас пройдет и еще минуту. Залей. А вот мне. Залей этого. Санька, залей гимн на ман. Да что, блядь? Гимн будет. Я свои 11 ДПС сейчас уроню. Уже 9. По команду. Я еще не хуже всех. В принципе, я уже основных людей посмотрел, кто пойдет. Первые 25 мест выбрали, да? Блять, я прохожу как ДД. Надо будет еще линкануть сейчас просто в канал Сей. Наш ДПС сейчас, чтобы люди поняли, что мы тут делаем. 10 секунд осталось, 10 секунд. 10 секунд осталось. Жмем кнопочки, жмем. 10 секунд осталось. Все, я уже стопа. Побежали. У меня дропнуло. Всех дропнуло. Че, убили мой манекен? А нет, а дропнулся. Все, все, стоп, стоп. Я уже посмотрел урон. Смотрел, кто мне нужен. Эти люди и пойдут. В первую очередь. Ну, 10-200 я держал. Это понятно, что херня. Плюс-минус понятно просто, как но вот что, но... Там немножко по-другому будет, там трэш еще есть. Да, конечно, конечно будет по-другому, но я в основном посмотрел, кто нужен по людям. Теперь первых 5 пачек, которые это кто остается. Похвала на Юи, это по танкам. Марусич пока на замену. Он останется в сове, изморский в рейд. Сань, я же в рейде, да? Да. Тогда огромная просьба, можно я отойду поем? Я сейчас в рейде сдохну. Все, спасибо. Это обычка стоит там? Нет. Летите на сумон. Первых 5 пати, сейчас я их сделаю. Они будут в рейде. У меня что-то рекаун как-то, ну, вообще... 5 место, 10 тысяч ДП... А, ну это доты, скорее всего, уже оттянули вниз. Да. Ну, проходного тут нету, если что, на 40. Ты про не забудь еще про фласки. Ну да, может быть с фласками. И про РПБ забудь. И забудь, что-то. Да, РПБ не хватает, во-первых. Во-вторых, подзекутка еще запустится. Герцог на экзекутке. Плюс. Не, я думаю, попробовать можно. Да, пойдем увидим, конечно. Пойдем сейчас посмотрим. Так, не Сосуна и Рари Кадама. Вместо кого их тут закидывать? Про РПБ скажу, РПБ на манекен работает. Не работает здесь. Светочка у нас заполовил. Сань, что значит не работает, если я тестил? Ну, как бы я тоже тестил, не работало точно. Ну, может, что-то сделали, но не работало 100%. Мне есть предположение, что в этот манекен снижен урон от магии, это да. И вообще он какие-то немного саппорты вроде как имеет. Так, мне нужен еще.
Энх неплохо себя показал. О, Саня, бета-тестер, ты что, как переделал? О, тут Easy Quest, кстати. Ссылка великана. А если 10-й квест сделал 25-й, можно еще сделать? Нет. Нет. Делается и в 10-ке, и в 25-ке. В 10-ке квест на чумку. Я сделал и взял квест этот. Вот, на Йоми больше, чем ты дала. Да, конечно. Спасибо. У нее на 300 СПД больше. Ну так, ты же понимаешь, что это значит? Ладно, пошли. Чистить трек. Так. Рари и Кадаму мне еще бы надо закинуть. Вот да. А, не, а нет, смотрите, я в 10-ке квест сделал, и в 25-ке мне квест дали. Так что, походу, Настя, и там можно. Отбегу полторы минуты две. Блять, не выкинул. У всех упал сервер, и там новости есть, что, возможно, не будет работать до двух часов. В смысле? Что, сразу перекур до двух? Сорок минут. Блядь. Это пиздец, если они это сделают, твари. Ну так они уже... Там же ж писали, что 30 минут не будет работать. Минимум. Они написали, могут быть недоступны. То есть это значит, может и не может. Надо писать тогда, мы будут недоступны. Но могут быть, а тут сервер, значит, стопудово не будет доступен. Мне интересует, через сколько недель понерфят ХП, блядь, у Сурка, нахуй. Через две или через три, блядь, или через четыре. Когда-то по гильдии начнут меньше, что не могут убить. Вообще гильдии 5, по-моему, убили. Я думаю, на следующей неделе, либо через одно. Ямов 10 срезать, я могу. Короче, напишите для Эйса, что запустила, я пошел на кухню готовить еду. Да, хорошо. Там баланс или бакон просто. Они задолбали во время РТ это делать. X2, кстати, запустили. Вроде как. Ну, если они починят дропы, тогда почему бы и нет? А что, до сих пор дропы? Почему именно во время РТ, блин, это делать? Ну, Сань, по факту РТ начинается у людей с 11 до
до 11 вечера. Что, все лежит? Отдыхаем, курим? Вот. Ну вот после 11 можно и делать. Нормальный. Ну, тогда, но это тоже, видишь, типа, ты же не работаешь после 11 вечера. То же самое, Сань. Смотри, в том-то и дело, что здесь же основную работу делают программисты, можно сделать так, чтобы... Они обновления закатывают, типа ночью могут захотеть, но именно это работы, которые нужно, ну, следить за результатом. Ну, так вот. Ну да, по факту у них аварийная ситуация постоянно, друг. Ладно, с этой соглашусь, но вот с обновлениями, смотри, можно взять людей из Дальнего Востока, у которых сейчас обед, вот тебе и решится проблема. Ну, не Дальнего Востока, короче, у кого времени вечером будет, почти утро. И все. Да не, люди вонять всегда будут. Начнут они в другое время работать, начнут другие просто мыть, и все. Сервак не работает, да? Нет. Нет. Также сразу кто шмотку там получит какую-то с боссом, за НПР, сразу идите ее делать. Она нужна. Урон тоже вышел. Да, по факту, если ребро убиваем, там в основном на хилов падает. Нет, боты тоже. Ну там хватает шмоток, которые падают нормально. Как у нас паладинов было? 4, да? И... Сколько мастера аурок, кулдауна паладина? 2 минуты. А зачем тебе мастера аур? Чтобы мастера аур на защиту посетить, фулл тайм держать, как под метку. На саурфанге. По очереди что-то спит, не свечились паладин. Мастер аур 40 метров может не доставать. Надо, чтобы РДД, значит, около мили стояли. Больше, 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 ребят, еще добавьте. На трэш забили хуй. Все боссы. 40 метров, Санька, это до хера. Дело не в метрах. Я сейчас посчитаю, сколько у нас паладин. По-моему, у нас он до хера паладин было. Так, ты мне еще доказал 4 штуки точно. 4 мастера аур будут. Плюс 2 мастера. Кстати, могут бить. Ну, типа, смотрел видос вчера, хапал 500 тысяч надамажил, вот, с воином в рейде. Сейчас несколько ушел, хочу проверить. Я хочу посмотреть, как танк просыпает. Там же, по факту, один танк вот, почти все время танчит, второй только на какой-то период забирает. Можно будет второго танка частично в ДД одеть, допустим, как Рома делал, просто ДК танка шмоти. И просто зубы ему какие-нибудь закидывать, либо по цели, типа, соло сокрыть, когда он забирает боссов. Там и он, по факту, еще плюс один ДДшник. Он будет забирать этот самый руну крови, и с него будет забирать танк, который будет постоянно танчить. И он будет, когда руна крови на нем, он может даже власть крови включить и дамажить. Да, плюс ДПС. Я говорю, что дополнительно с одного танка можно одного дамагера сделать. Плюс хочу посмотреть, как пробивает. Возможно... Сколько кило нужно? 3-4, сколько хватит? Ну, 4, наверное. Наверное. Надо посмотреть просто. Это зависит от того, как пробивает. У нас масс-сейвы есть. Если их правильно распределить, то ну, в принципе ну, можно. В конце 6 меток, это минимум. У босса еще лямов 30-20 добивать. Ну, будем смотреть, да, сейчас. Так там-то и дело, что чем больше урон, тем по факту меньше меток. Такой парадокс. То есть, чем быстрее он умирает, тем меньше меток. Ну, это да. Ну, 8 минут один хуй бить придется. Ну, да, да, да. Просто, говорю, надо увидеть, посмотреть, метки что вообще, как пробивается. Не только... Своими глазами. Не только от скорости убийства, они зависят напрямую от того, сколько живет трэш. Каждый удар трэша по людям, которые приходятся, он копит энергию боссу. И каждый удар кольца, который босс кастует, тоже боссу копит. И босса тоже каждый удар копит ему энергию. Кто вас трэш убивал? Сумонете? Ну, если посмотреть, там дамажили и Локи, и Руги Милики. Дамажили, и Варн. Да. И, блядь, ну, 2 шипешника... Возможно, на срок... Ну, как шипешников уберем вообще.
Там у нас тоже триплы. Вся проблема, что шотала магов. Метка каждые 2 секунды бьет по 18 тысяч после 30% хп босс. 5 дропнуло или что? Да. Нет. Нет. У меня да. Всех да или нет? Меня да. Нет. Не всех. Избранных. Конченая. А кстати, там же после Сурфанга, в принципе, у всех более-менее адекватное хп, да? Ну да. Ну Тухопус должен быть еще жестким. Обычно проблемы всегда по урону Тухопузе были, когда лоу-гир. Ну, я смотрел темку, там это написала, как его... Ну, хэпал, короче, ГМ гильдии какой-то, экзальтитов вроде. Немесита, вот. То, что ну так, блядь, ты сказал, там ДБВС выше, чем у нас. Ну, он сам сказал то, что Сауров переапан, и остальные, типа, адекватные. Угу. Это так... Не, возможно. Возможно. Я говорю, сам на своих глазах. Я же ни стрима, ни хера не смотрел. Рабочим. Представь, у Лича в Гере, блядь, 103 ляма. И у Суркана в обычке 127. Так в Гере было 200, нет? До нерфа. Я у стандартного говорю 103 ляма, у стандартного обычного. А, в обычке? Не в обычке, а в Гере 103. Так, если что, я тут. Не, ну сделали прям интересно. Все, давайте, я немножко поменял пачки. Сумоньте первых 5 пачек. А что, из мозга не идет? Так что останется на замене. Но не уходи. Я выхожу. Я вот думаю, кого из вас взять, пока Юра, либо Кадаму, либо тебя. Одного из вас, походу, возьму пока что. Девятое кольцо уже на 30 силы больше дает, чем Толгородовское. Так, ладно, смоньте. Скибиди, Дексиона, Майлик, бета-тестер, заходите, шнурки, смоньте. Сатуна, не проще взять и это кольцо, и основное. Два прока получу. Мескости до хера. С Толгорода кольцо слабое по статам основным. Ну так оно же апнется. Когда? С Хэнкой? Там моба сагрили, заберите. Юй. Не похован. Пока что на Йоми побудь на замене, да. Бои с боссов идут на рыбу. Либо за полцены будут проданы свои. Посмотрим, короче. Либо по дешевке будут проданы свои. Ну, посмотрим. Нет, выкупить это так не работает. Либо ты надеваешь и даешь деньги, только так будет работать. Либо... Да, там, тогда да, так можно будет. Кольцо только нормальное, вот это силовое. Остальные такие себе-ешки. С боссов боя, которые выпадут первые в бое, они будут, наверное, разъебательны. А, имею в виду, которые стрешны. Ты видел, кстати, сколько кольцо серебра стоит? Хиловское. 150 тысяч. Ну, блин, своим поддам по дешевке. Надо же рейд одевать. А хоть 200, его никто не купит, понимаешь? Его не купит. Ну, хер его знает. Тем более хилы, которые особо не апнутся от этого кольца 64-го. У них 60-е, если... Посмотрим. Смотря какая боешка. Все, пошли. ДДшные боешки по-любому будут. Дайте столик на трэш на обману резать часто. На. Пошли, пока трэш читите. Ты такой пачкой. Скибиди, мистер Бонд, не забывай, что ловушки стоят право-лево. Эту пачку добьем, в стелсе пойдешь, разминируешь. Если они не появляются, значит, ебать прошивает. Танка.
скорее всего, вообще без ХП пойдем на с этого, на Саурфанга. Берем какого-нибудь более дешника, там, второго ханта, допустим. Далее. Мистер Бонд, вот эту пачку добиваем, бежишь разминировать. Одну уже активировали. Активировали? Сидите за гром своим тоже. Нажми массакру темнеющее. Стоп-каст. Застань. Стоп-каст. О, не застань, да, фиг. Медь. Попойти каст, кастеры. Мистер Бонд, себя вторую ловушку разминировать. Стоп-каст. Конь бежит. Кто это? А. Конь нам помогает. Стоп-каст. Стоп-каст. Наверное, надо слетать еще кулаки к какому-нибудь паладину Ред прикопнуть. Могу, да, обязательно, обязательно сделать. Нужно сделать. Давайте трэш добьем и перед ребром я шоп рибл пофармить тоже. Я слетаю быстро. Оба лошки начинают все пасать. Че, может через центр пойдем, нет? Как ты через бок? Мы смыслеем. Репу хотим, да? Да забейте на эту репу. Время важнее, чем репу. На 2 единицы больше, чем обычки дают. Ну, 50. Да потому что мы под бафом. Одинаково сами дают 60, типа 25. Да, да, ребут. Плановый ребут 10%. Что там плановый ребут? 10% репа. А, блядь, вы про это. Я подумал, сейчас еще ребут анонсировали. Меня уже устроили. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем дать вас. Побежали. К паукам все ближе подбегайте, не к кастерам. Юй, нажми айсбаунд нажми. Кокон разбили. Плавана вытянули. Почему? Я вот только взял и выпил. Лень, нажми массакру, подкал. А, ну и голосовать. Что, уже есть фласка за голоса? Нет. На репу? Сколько она денег стоит? 20 рублей. Надо купить. На час стаквится с ДДшными фласками. Не спадает при смерти. Ну и чё, где бухой мастер? Может, репу фармит? Он там говорит, что на 1500 осталось. Минут 20 назад. Кто расскажет, чего бой у нас нахуй? Чё? Бой от чего висит, блядь? Пахлава, возможно, ты... Нажми массакру. Засуманите, ребята. Просто избивайте тоже по возможности. Нет, у нас бой висит, поэтому лучше сам выйти. Кокон звейте. Да, мне осталось тоже чуть-чуть репутация.
Мистер Бонд, уже в стелс уходи, и потихонечку побежал. Там справа-лево одна трапа, с одной стороны разминирован. Смотри, только близко к ним не подходи. Если они не появляются, то подожди, они появятся. Если не даешь ДП, то подожди, скоро будешь давать. Блин, ну чего хотите, заебали. Второй клич. Я сам на роге играл, имею в виду, что они бывают, пропадают. Стоит пару секунд, и они появляются. Там кто изменил. Поэтому я имею в виду, чтобы он вперед не бежал, потому что они в определенном месте находятся. И они пропадают периодически. Потом через 5 секунд примерно появляются. Но играет на роге, тот понимает, о чем я говорю. Я играл, я знаю. Че там у шипов сколько? 1040 хп их не были? Там вообще хуйня. То есть вихри сбривают. Вечиться не надо. Жалко, никотина сегодня нет. Тоже думаю, это хорошо. Здесь всех пуляй. Тоже ближе подойдите. Нормально. 80 мультов. А сколько у Сорбанга ХП? 27. Забавно, в десятке у ребра 8 лямов. Но они сделали десятку суперлегкой, а 25-ку ёбнутый. Это замена, да. Тут как бы в берсу ребра не упереться. Не, не упрям. Я полетел, кулаки делал. Да, лети этот кулаки делать. Лети кулаки делать. Забирайте, подойдите, паски возьмите. Санечка, апокалипсис прыгает танком. Будете втроем танчить, похвала на апокалипсис и. Похвала на апокалипсис. И Юи. Юи. Подожди, пока Дексиона мне сейчас снял этот. За кастерскими фасками определенно. Петя, возьми настой титана. Настой титана. А танком дай саппорту. Санька. Все, кидайте все по одному. Все кастеры пьют настой. Драконьего разума. Так там же физой бьет, нет? Может на хп танком выпить? А, у всех комбат? Не, не у всех. Физой... Идет. В принципе, да, можно дать на хп, это сильно разница не играет. Там я 6 штук купил, да, им 7-3 на хп. Не вылетело. А хилам что пьет? Хилам с ПД-шной пас. А из ПД-шной это кому? К определенным. Танки со Сунагем. Да подождите вы, что вы такие шустрые? Вам скажут, когда брать. Вот у определенно все СПД-шные можете уже брать. Знаете. Все титаны можете брать. Все взяли? По-моему, все. Верно. Вадим, можно смонить уже? Да. Смоньте. Я уже подлетаю, на самом деле. Так что, вначале какого-то моба не убили, да, походу? А кто ищет комбо? Да там, которые автоматом дерутся.
Нажмите Alt-F4U. Alt-F4, у кого комбат висит, зайдите просто заново, не будет комбат висеть. Давайте быстро снимем. А потом кто-нибудь бафнет и опять повешивается. Ребафы пока не кидайте, сейчас все дебафаем. Все, у кого комбат висит, нажмите Alt-F4. Мы сейчас мобов убьем. Сань, я тут, сытый и довольный. Все, комбат спал у вас? Да. Ну там 10 тысяч хп. На всех. Танчить гвардию, наверное. Баланс. Танчить будет Юикс, два остальных танка стоят в Юикс, все остальные под жопой, но не заходят под клиф. Это очень важный момент. Появляются шипы с вихренькими все. Дальше босс начинает крутиться, все шаманы ставят ТТМ исцеляющего потока, или как он там правильно называется, ТТМ трепета в центр. По пачкам, первая пачка разбегается влево, там будет крест стоять. Мы будем таким треугольником бегать. Первая пачка влево, с этой пачкой бежит Good Help Skibidi. Третья пачка тоже влево, Good Help Skibidi. Четвертая пачка бегут вправо, в квадрат. И мы бегаем таким, можно сказать, треугольником. То есть прибежал босс в крест, мы перебегаем в трусы. Прибежал в трусы, перебежали в квадрат. Прибежал в квадрат, перебежали в луну. И вот такой вот пачками передвигаемся. То есть каждая пачка передвигается. Также во время, когда он крутится, будем смотреть, может, некоторые РДшники будут бить, некоторые нет, чтобы было меньше луж. Посмотрим, как по урону будет, если будет. Или вы били, Войд? Это не ФМ, тоже дивсин. Все бьют. Били. Проходит и исчезает сразу. Окей, ну тогда просто в ХМке там луж капец накидывает. Если бить. Так, ССы, один ону закиньте, давай Дексиона ону закидывай, Эмобой Юни закидывай, Будрейвен Апокалипсис. Так, давайте фулл ребаф, и мы бегаем таким вот треугольником. Вот, допустим, вначале крест-квадрат, потом, когда крест, допустим, в трусы перебегает, квадрат перебегает в луну. Вот так вот движемся. По сейвам буду анонсить. Мастер аур плюс один сейв, либо два будет сразу одному. Первая, третья пачка бежит крест, с ними Good Help Skibidi. Вторая, четвертая пачка бежит квадрат. И с нами еще Маварка бежит. У нас подохлее пачка будет, чем у вас. Значит, у вас три хила будет, тут в другой пачке два хила. Good Help Skibidi, Маварка. Ленор, кинь их шары на темнеющие, не надо пить на танк здесь. Так, все, рыбу ставлю. Пул ребаф. На пулы в Юи. На пулы в Юи, да, на пулы в Юи. Мистер Бонд будешь на пулы закидывать в топ ДПСера, но не с первого, но не сначала. Первый на пул в Юи, потом тупо в топ ДПСера закидывай. Припоты на первой секунде пьете. Сань, перекинь меликов, там, варов, ДКшек, вот, к двум моркам. Там вторая пати вообще без орка. Пати без орка. По факту, у нас только один орк. Это конь этот... и пахлаван. Похован там. И чё? Сейчас сделаем так. Всё. Лучше танки против в одной плате будет. Я даже по-другому сделаю. На. Всё. Нормально будет. Ну, Кадама Войд, типа... А Кадама Войд получает 2% от ону. Она орден. Все, нормально я все сделал. Ридарчик. Я у тебя криты по 5000. Эмобой. Все, все готовы. У нас на первой секунде уляем. Вначале танки забирают. Все танки в одной пачке бегайте, перебегайте. Сложит. Ближе подошли немножко. Гер, поглядаю. Апокалипсиса сложила. Чего в луж стоите?
Пам сыграли. Айсбаунд нажми, Юй. Дай БР, он упорот магу. Играли по шпам. На хиле, на темнее нужно сбить быстро. Good help, нажми массакру. Лихари разбежались по меткам. Мастера урна лед. Сацуны дай. Играйте по боссу. Перебежали. Апокалипсис нажми айсбаун. Еще один мастера урн. Че вы стоите под ним? И в ужах не стойте. Забрали, поставили. И на Рону по скибиди закинь. Войд за косту и гимноман. Жень, давай Гера. Пам сыграли. Юй оверкил. Темнее все, дай массакру. Калипсиса поднимите. Пам сыграли. Апокалипсис создал. Зайдите в лужу все. Она убегает от нас. Во-первых. Ты видел? Он начинает. Что еще раз? Ты видел? Мы в лужу убежали, а она от нас убегала. Еще раз, кто не понял, что здесь делать, подойдите под босса, прям под самую спину. Ханты стреляют на минимальные РНЖ, которые могут стрелять. Когда появляются шипы, когда он кастует шипы, подбежали тоже в мелизону, чтобы за вами не бегали. Также появляется лих, и сразу же отбегаете, если он бежит на вас. И обновляете хаманы и тотемы стреляющего потока и трепета. Придется апокалипсис сейвить. Вот, пизда прошибает. У нас два танка или три? Три. Три. Всех выкинул. Только я знаю. Еще раз, не услышал всех или только меня? Только тебя. А, все, значит, снимаю задачу. Ну все, придется тогда под массейвами бить. Пахлаван, оставим твой сейв на вихрь. Все остальные отдают сейвы. Потому что апокалипсиса будет скоро. Апокалипсис, постарайся распределить свои сейвы. Вначале, допустим, кровь вампира. Потом айсбаунд какой-нибудь. Потому что тебя складывает. Бля, жалко, на моем ДКшнике нет прохода. Я зашел. У меня по жопе чуть-чуть. Подъемучая ДКшник. Следующее, когда я сделаю. Когда своему ДКшнику проходку. Смойте, плиз. Быстрее будет. А, я уже почти прибежал.
пул ребаф. Смотрите, давай вот хелп, ты все время на апокалипсе все поддерживай. Пести по свою дренью, и блин, Юи живет как-то, апокалипсис складывает. На крайняк четвертого будем танк ставить. Очень не хотелось бы это дело делать. Урона вроде хватает. Вон пинаковато зашел. Так он угруля вчера не убивал. Пинаковато зашел. Два угруля. Давай этот... на этого босса апокалипсис поменяемся местами с пинаковатой. Потом вернем пинаковату. На замену. За смонти. Во. Там поживучее будет. Плюс даст 2% он дреней, он еще всем хп даст. 2% там. Сейчас проблема была только в танках? А, в танках Мавар сдох и Art of Max сдох. Чего не понял, видимо, от огня. Не посмотреть. Значит, опять же, Юи, Пинаковада и Пахлаван в танке стоят. Сейчас должно быть чуть полегче.